Да? Ну да. Если бы круглый был телевизор. Это был бы иллюминатор. Ну это просто квадратный иллюминатор. Ну так и есть, мы же сейчас летим на очень большом круглом космическом корабле. Это у нас иллюминатор, который стоит на спутнике. Он нам показывает вот, смотри, на нас со стороны. Видно, да, вон все видно, да. А это что за страна-то под нами? Там вообще что за территория? Под нами, под ними. Это что-то какая-то Америка, что ли? Подожди. Что это такое может быть? А, подожди, или это часть России? Непонятно, в какой плоскости, в том смысле, как вверх ногами. А, подожди, ну это где-то что-то. Сейчас, если будет сапог, значит Италия. Нет, это слишком... Мы слишком высоко для того, чтобы... Хотя... Ну что, нет сапога? Нет, это не сапог, это точно. Видишь, сейчас трава, да, какие-то? Угу. Полуостров. Иди, иди сюда. Идешь сюда? Что же это такое? Видишь море. Угу. Океан. Не, просто за счет того, что как бы мы же видим изогнутый горизонт, значит, это масштаб, ты представляешь, дорисовать-то, это же не остров какой-то, это же часть континента. Я понимаю, да, что часть... Догадались, что это. Улетели, да? Не, оп, все. Так мы и не узнали, что это было.